Ребят, какая-то очень интересная птица. Такую я вижу у нас впервые. Она крупная, она сейчас там спряталась. Это не цапля, нет, нет, нет. У нее огромный такой клюв. Видите, хохолок. Вообще такая интересная. Собаки, по-моему, там идут, она поэтому так встрепенулась, да. Но она крупная, такая серая. Жалко, камера не передает, но она очень, знаете, как вам сказать, мощная такая, сильная, не хрупкая птичка. Вот что-то там, каких-то жучков, наверное, или этих лягушечек маленьких кушает, не знаю, что-то кушает. Вот видите, какая, смотрите. Посмотрите, какая крупная. А это не чайка. Попробую сейчас обойти, потому что из-за веток плохо видно. Но я впервые такую вижу у нас. И хохолок она распускает. Интересная. Соседские собаки проснулись. Жалко, что у нас тут забор. Плохо видно. Подхожу. Ну, стоит, не уходит, представляете, не боится. Может, сейчас и улетит. Я подхожу, подхожу, подхожу. Вот она уже шею свою вытянула. О, ну какая интересная, смотрите. Видите, какой клюв мощный. И хохолок у нее. Тельце такое. Лапки тоже крупные. Интересно. Забор мешает, резкость, видите, эти не дают. Вот хохлатая такая. Ну, классная, интересная птица. Впервые тут у нас вижу, повторяюсь уже 25 раз. Кто знает, орнитологи, о, улетела. Орнитологи, кто знает, сообщите.